«Россия помнит своих солдат». Так называется один из залов Одинцовского историко-краеведческого музея. На днях его обновили, добавили экспонаты, посвященные специальной военной операции, и тем, кто не смог остаться в стороне. А здесь, вдали от фронта, помогает приблизить победу. Мы говорим о людях, о волонтерах, которые помогают нашим бойцам. Помогают и словом, и делом. И это очень важно. Дети выросли, ходить каждый день на работу уже не надо, но и сидеть без дела они не привыкли. Так жительницы Одинцова стали частью общественной организации «Серебряные волонтеры». Она наполнила их жизнь новым смыслом – помогать другим. С первых дней специальной военной операции добровольцы вяжут и шьют одежду, плетут маскировочные сети, делают окопные свечи. Это окопные свечи. И когда наступили холода, было понятно, что нужно ребятам обогревать блиндажи. Конечно, идея не нова. Рыболовы, охотники, они использовали такие свечи, и это очень нам помогло. Просты в изготовлении, но востребованы в зоне СВО. При помощи 2-3 таких свечей можно отопить небольшой блиндаж и высушить одежду. Горят они 7-8 часов. Кроме того, могут быть использованы для приготовления еды. Мы видим, что существует еще другая сторона, вот бытовая, скажем так. Вот. И вот именно благодаря нашим замечательным серебряным волонтерам, вот какая-то часть военнослужащих, она вот обеспечивается всем необходимым, теплыми вещами прежде всего, нужными там бытовыми какими-то предметами, ну и, конечно же, вниманием. Но дело не только в практической пользе. Одежду, маскировочные сети и свечи волонтеры делают с любовью и надеждой на то, что наши ребята вернутся домой живыми и, конечно, с победой. Они уверенные бойцы там, на передовой. Это чувствуют. Татьяна Верняковская, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».